это все дополнительные миссии, походу. На данный момент. Теперь опять идем к сюжетной. Нормальный, очень даже нормальный. Что? Анна, это проблема. Типа. Лучше я залезу наверх. Хотя нет. Кол! Что надо, Зик? Выше нос! Бывали в передрягах и похуже. Все устроится. Сомневаюсь. Я не знаю, что мне теперь делать. Никто, кроме меня, не уничтожит этого зверя. А Вольф, тот, кто мог бы мне в этом помочь, убит. Да брось! У нас есть ингибитор. Для этой штуки нужны энергоядра. Где мы их возьмем? Не знаю. Пока. Но я придумаю. Да. Зачем тебе бинокль, Зик? За девками подглядываешь? Не сегодня. Я нашел Ко. Какая-то деваха удрала от ополчения на болото. Там есть где спрятаться. Наверняка это она. Ладно. Я проверю. Спасибо. Ты молодец. А там был энергоосколок. Блин. Чем это такое мочу? Надо все продумать. А чё это они все мертвы? Эй, Ко, ты здесь? Ко! Жалкие лачуги, контрабандный спирт. Парни, мне обидно.
Блин. Ты бы мне место нормально найти, где можно подойдиться и... Чё, нет здесь такого. Всё, меня завалили. Готово. Чего он сказал? Какой ящик? Лови. Оба-на, я его сбил. А помогло ли мне это? Чёрт! Я же не вижу, что я его туда скинул. Чё, всё, что ли? 10 очков опыта за... за такого кабана. О, выходи! Ай, я же... Блин! Не пихай меня в воду, ты же знаешь, что там мое слабое место. А тебя я убил. Вот только вот не вы, парни. Вот только не вы. Вау! Какое светошоу! Ну, пожалуйста, ну, уйдите. Ух ты, спасибо, спасибо, спасибо. Нет! Ну, как же он, я же был далеко. О, боже, эти мутанты, они... А если так сделать, что скажешь? Ой. Я почти сдох. Плохая идея. Это была очень плохая. Я их боюсь до ужаса. Ой, они такие быстрые, и их, главное, с ними сражаться нельзя. Такое ощущение было, будто Матиль движется. Сейчас опять с ополченцами. Раз это будет не работает. Ха, я, кажется, с него ракетку отправил.
Нами не стреляй, чувак. Тебя надо найти, что подзарядиться. Вообще нет, что подзарядиться. Да блин! Какой маневр. Это меня выстрел. Я подался влево. Меня завалил пулеметчик. Да гребаный кашель. О, тихо-тихо-тихо, это меня спасет. Нет! Тут хотя бы электричество есть. Не знаю, правда, где, но оно здесь. Вот, лампочки. Есть! Они я не хрена не вижу. А чем тебя хрен все? Только помоги мне кое с кем разобраться. Ха, ну да, ты же такая хрупкая и слабая. Мне нужна не помощь. Просто одной скучно. Зови меня Никс. Ладно, Никс. Пойдем. Пойдем. Ну, так я не могу. Толпа ополченцев вон там. Да идти. А как это опять здесь оказался? Да не понял, а ты что, круг что ли описал? А, не, это другой писал. Не думала, что буду заодно с демоном. Да не демон я. Или нет, уже говорил.